Это канал Испания, Франция. Мы сейчас в супермаркете. Какие цены на молочку? Это йогурты. Это десерты. Сахаром, это сахар. Это кофе в стаканчиках. Соки. Сметана, масло, сыр. Нарезанный сыр стоит 69, 250 грамм. Это сыры. Вот набор нарезанный сыр. Это сыр натертый для пиццы. Колбасы, цены, мясо, это сыровяленая колбаса здесь, это все сыровяленое, просто 5 центов упаковки. $0.95 упаковки. Евро. Цены, кстати, очень нормальные цены здесь в магазине. Хамон. $2.95. Упаковка хамона 500 грамм, кстати, герметическая упаковка. 500 грамм. Это йорк 3,95 за килограмма. По 2 евро 500 граммовые. Это похоже на нашу вареную, но она отличается. А это Пауэ, это дешевле. 4 евро, 2 килограмма. 3,89. Нарезанная Пауэ из индюшки. Евро упаковки 100-граммовые. Евро 375 грамм с маслинами, оливками вернее, внутри. Ну, хамон очень хорошая цена на него, очень хорошая. Отдел небольшой, икра черная 2,25, искусственная за 49, а красная тунец есть, анчоусы, это анчоусы.
получилось 69 за 5,25. 500-граммовая банка. Это икра. 99. Настоящая. Пиво. Это сушеная рыбка. 2,19 она. Все соленая рыба. Пиво 2 евро, 2,99, 2,49. Такие куры. 3,99. Жареные куры. Только их подогреть в микроволновке. Очень вкусные. В духовке. Салат. Руса. Русский салат. 1,99 евро. Банка огромная. Килограммовая. Тортия. Это национальное испанское блюдо. Картошка. И с луком, с сыром. Просто картофель. Яйцом. Вот такие виды пиццы. Есть. На 2,64. 4 сыра. 4 кэса. 2,64. 4 сыра. 1,99 евро, 1,99 евро пепперони, карбонара пицца, 1,99 евро базилик пицца, сальса томаты, 1,39 евро, овощная пицца, пицца вердорос, 1,99 евро, поя с курицы, 1,99 евро. 99 Цезар пицца и сальса с соусом. Сосиски. 1,69 евро. Так, и тут еще есть, похоже на наши вареники. €45. Тесто очень мягенькое, с разными наполнителями. С мясом, сыром. Яичная лапша вот такая. 98 центов. 250 грамм. 500 грамм. €0,9.